Почувствуйте дух приключений вместе с путешественником и исследователем Саидом Тулягяновым. В этот раз он отправится в самую маленькую страну Центральноазиатского региона, в Таджикистан, и исследует озеро Искандер-Куль. Последний раз я плавал на этой лодке еще на озере Карабулак в Кашкадаринской области. Тут уже несколько месяцев она все еще покрыта солью с Карабулака и песком с пляжа Карабулака. Ждет нового озера. И вот наконец-то я на Искандер-Куле, красивом озере в Таджикистане. После такого напряженного, сложного, но очень интересного похода нужно в первую очередь сменить одежду, потому что я весь мокрый, у меня и ботинки, и носки, и даже брюки мокрые. А после этого можно уже согреться, сделать ужин, поужинать со своей командой и выпить горячего кофе. Прибыв в Фанские горы, Саид поставит себе сложную цель – подняться на высшую точку Узбекистана, находящуюся на границе с Таджикистаном. Я наконец-то дошел до горы Хазрат Султан. Вот она позади меня, и, честно говоря, я не ожидал. Без преувеличения, очень сложно, и даже я не ожидал, что будет настолько высокий градус подъема и настолько большая сложность. Что из этого получилось и как это было, смотрите в новом эпизоде «Духа приключений» на канале Дуньо Бойля.